Для лабиринт.ру на конкурс «Дети читают стихи» Ярусова Маша, 9 лет, город Пермь. Юрий Воронов, память наша совесть. Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне. И о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правой и убедительны слова. Но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война, ведь это память, наша совесть, она как сила нам нужна.